Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией по возможности. Филипп Уилсон Стер, английский художник, родился 28 декабря 1860 года в семье художника-портретиста Филиппа Стера. В возрасте 18 лет решил стать живописцем. Стер поступает в Глостерскую школу искусств. В 1880-1881 годах учится в школе художников в Южном Кеннингстоне. Затем продолжает обучение в Лондоне, в Королевской академии художеств. В 1882-1884 годах художник берет уроки в Парижской академии Жулиана, а затем в школе изящных искусств у Александра Кабанелли. В 1892-1895 годах выставляется в Королевской академии изящных искусств. Филипп Стер является одним из лидеров английских импрессионистов и основателем новоанглийского клуба художников в 1886 году. Основным жанром его творчества были пейзажи. В 1893 году становится профессором живописи в школе изящных искусств Слейда и преподает здесь до 1930 года. В годы Первой мировой войны Стер был направлен в Британское министерство информации, руководимое лордом Беренбруком, где создавал агитационные полотна и рисунки в основном для ВМС Великобритании. Кавалер Британского ордена заслуг. В 1927 году у художника возникают проблемы со зрением. Он слепнет на один глаз, но продолжает рисовать вплоть до 1940 года. Последние годы преимущественно абстрактного содержания. Умер художник 18 марта 1942 года. Вот так вкратце из Википедии о английском художнике Филипп Уилсон Стер. Пока-пока, до свидания.